Salam bayram. Salam, salam. Моя фамилия Мириев Селимдар. Мы, конечно, очень вас просим, чтобы вы вернулись к нам снова. То есть, так как вы ушли с тех времен, у нас ничего никак не изменилось. Все хуже, хуже, хуже. В школах ремонта нету, дороги не сделаны, ничего вообще абсолютно. И то есть, как бы, когда мы собираемся вместе, нас разгоняют. И угрозами, и там, и чем только угодно, лишь бы, чтобы мы не собирались. Понимаете, мы все за вас. Ничего, я вам помогу во всем, и у нас будет свобода, и вы можете, когда чем-то будете недовольны, выражать это, и мы будем это исправлять. Мы для того, чтобы служить народу, а значит, чтобы народ выслужили власти. Власть для того, чтобы вам служить, а вы не какие-то их рабы, там, халуи. Так что пусть они на это не рассчитывают. У нас будет власть народа, то есть ваша власть. И мы встанем на вашу сторону полностью. Вы понимаете то, что здесь 99% населения, то есть те, которые даже обещают другим партиям, они все говорят, что мы все за пятый номер. Да, пусть они в другие партии, пусть они даже власти, если дадут деньги, да. Забирают у них деньги, но голосуют за нас, потому что... Вот видите, что творят. Специально, чтобы мы вас не слушали. Можно обознать из салоны. Дай Бог вам здоровья, я вам даю слово. 95% ваших. Извините, еще один вопрос к вам. В этих в Убанах наблюдение очень прошу усильте, потому что... Очень сильно будет наблюдение, у нас будут камеры везде. И вы тоже следите за то, что их маршрутки не гоняли туда-сюда. Будет карусель, вот я вам говорю. Давайте всем привет передавайте, и с завтрашнего дня у нас будет свобода, и у вас в первую очередь. Салам! Салам! Салам!